Актер, которого я хочу сейчас пригласить на встречу с вами, в особом представлении не нуждается. Вы с ним постоянно сейчас, особенно в последнее время, встречаетесь на ваших экранах. Он снимался в таких фильмах, как «Копейка», «1 мая», «Морской узел», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Улица разбитых фонарей». Это наш гость из Санкт-Петербурга, актер Евгений Дятлов. Болит, надрывается, яй-яй-яй, дари-дари-дам, дари-дари-дам, дари-дари-дари-дари-дари-дари-да, ай-рам, дари-дам, дари-дари-да, ай-дай-дай-дай. Ох, тошно мне, да невозможно мне, да одиноко мне на свете жить. Пойду я в рощицу, пойду в зеленую и буду слушать там. Я канареечку, яй-яй-яй, тари-дари-дам, дари-дари-дам, тари-дари-дари-дари-дари-дари-да, ай-рам, дари-дам, дари-дари-да, ай-дай-дай-дай. В роще листья шумят, осыпаются, канареечка поет. Большое спасибо. Я хочу представить бессменного моего гитариста, моего помощника Николая Криворучко. Жень, я не ошибусь, если скажу, что для многих наших зрителей, телезрителей, которые тебя видели в перечисленных мною сериалах, твое появление в нашей программе – это настоящий сюрприз. А после того, как они услышали, как ты поешь и как ты еще споешь, это будет сюрприз вдвойне, да? Но, забегая вперед, скажу, что, конечно, увлечение музыкой у Жени началось ни вчера, ни сегодня, и не случайно. Правильно было бы сказать, что творческая биография началась, наверное, с музыки. Собственно говоря, я себя мыслю как поющего человека в основном, потому что пели в нашей семье всегда. Бабушка пела в церковном хоре, была регентом. Я представлял себя, в общем-то, певцом. И попал в театральный институт уже потом, случайно, по большому счету. Так что обо мне можно сказать, что я актер среди певцов и певец среди актеров. Мы говорить можем сколько угодно, но по лицам наших зрителей чувствую, что они ждут песен. Песни, да? Хорошо. Мы... Так как, собственно, романтика романса, хотелось бы исполнить романс.
Как хочется хоть раз, последний раз поверить, не все ли мне равно, что сбудется потом. Любовь нельзя понять, любовь нельзя измерить. Она на дне души, как в омуте речной. Пусть это глубь бездонная, пусть это даль туманная, сегодня нитью тонкою связала нас сама. Твои глаза зеленые, слова твои обманные, и эти речи звонные свели меня с ума. Проглянет солнце луч сквозь запертые ставни, и снова, как тогда, кружится голова. В ушах еще звучит тот разговор недавний, как струнный перебой звучат твои слова. Пусть это глубь бездонная, пусть это даль туманная, сегодня нитью тонкою связала нас сама. Твои глаза зеленые, слова твои обманные, и эти речи звонные свели меня с ума. Не надо ничего, ни поздних сожалений, былого все равно нам больше не вернуть. Но хочется хоть раз на несколько мгновений в речную глубину без страха заглянуть. Пусть это глубь бездонная, пусть это даль туманная, сегодня нитью тонкою связала нас сама. Твои глаза зеленые, слова твои обманные, и эти речи звонные свели меня с ума. На сегодняшний день Евгений Дятлов является актером Санкт-Петербургского театра «Сатиры» на Васильевском острове. Женя, что ты играешь в спектаклях? Ну, в основном это роли, ну, по перечисленным названиям, вы, наверное, поймете. Это «Дон Жуан», «Опасные связи», «Последняя жертва», «Вертеп». И в молодежном театре на Фонтанке я играю роль Шервинского в спектакле «Дни Турбиных». Да, а вообще в спектаклях удается петь? В спектаклях, ну, естественно, в «Днях Турбиных», там Шервинский должен исполнить хотя бы немножко из арии «Эпиталама Виндекса», и, в общем, вот так в основном. То есть, если это учтено в сценарии. И в «Последней жертве» я пою русскую народную песню «Мальчишечка». А так в основном нет, я играю. Тогда мы хотя бы здесь послушаем. Для начала. Да. —
мы странно встретились и странно разойдемся улыбкой нежности роман окончен наш. Но если памятью мы к прошлому вернемся, то скажем это было мираж. Так иногда в томительной пустыне мелькают образы далеких дивных стран, но то лишь призраки, и снова небо синее, и вдаль бредет усталый караван, и мы лишь путники, обмануты миражем, тесны неверные, не в силах уберечь. Мы никогда друг другу не расскажем всей тайны наших странных встреч. Так иногда в томительной пустыне мелькают образы далеких дивных стран, но то лишь призраки, и снова небо синее, и вдаль бредет усталый караван. Пусть впереди у нас все призрачно туманно, как наших чувств пленительный обман. Мы странно встретились, и ты уйдешь нежданно, как в путь уходит караван. Так иногда в томительной пустыне мелькают образы далеких дивных стран, но то лишь призраки, и снова небо синее, и вдаль бредет, и вдаль бредет усталый В начале встречи с Женей Дятловым я сказал, что вот для вас, мол, сюрприз, вы не слышали. На самом деле, очень много почитателей у Евгения именно как у певца, ибо он много очень гастролирует, выступает с сольными концертами. Вот мы получаем очень много писем, и вот это письмо нас особенно тронуло. Я, к сожалению, учитывая рамки нашей программы, не могу прочитать его. Написала его нам зрительница Смирнова, Ярославская область, значит, большое село. Письмо потрясающее, душевное, сердечное, теплое. Я тебе его, естественно, подарю. Уважаемый Евгений, спасибо за век кавалергардов и прекрасный концерт. Потому что, как вы, может быть, многие помните, на канале «Культура» шел цикл из 10 программ. Ведущим этого цикла был Евгений Дятлов. Это, к слову, о... Помните, я говорил, лицо канала. Вот в какой-то момент Женя был лицом канала. Спасибо. Действительно, канал «Культура» для меня один из тех каналов, который, когда я включаю телевизор, я отдыхаю. Отдыхаю от отсутствия рекламы, отдыхаю от того, чего много сейчас в нашей стране. Действительно, канал, который дает отдых и душе, и сердцу, и уму.
Это замечательно. И я очень рад, что мне была предоставлена такая возможность и честь на канале «Культура» вести программу «Век кавалергардов». Ну а сейчас мы споем русскую народную песню «Черный ворон». Наша встреча сегодня, к сожалению, подошла к концу. Сегодня с вами были
актриса Московского театра имени Ермоловой Ольга Матушкина. Наш гость из Санкт-Петербурга, актер театра и кино Евгений Дятлов. Наш инструментальный дуэт Владимир Бродский, фортепиано, и Александр Бромвейбер, скрипка. Вел, как всегда, программу Леонид Серебренников. До новых встреч!